Красное платье – выбор страстных и чувственных натур, к тому же смелых. Это цвет уверенных в себе женщин, которым нравится привлекать внимание, и они не боятся этого. Надевая его, хорошенько продумайте весь образ до мелочей. Важна каждая деталь, от макияжа до обуви. Чтобы не выглядеть вульгарно, нужно учитывать не только аксессуары, но и другие нюансы. Красное платье, оно и так уже яркое, и если вы переборщите с аксессуарами, будет выглядеть вульгарно. Что касается сумочки, то это маленькая элегантная сумочка, какие-то мелкие украшения в ушки, бриллиантики, либо это любой ваш любимый камень. Все минимально, потому что на вас есть акцент. Это красное платье. Красный стоит особняком в истории моды. Несколько столетий назад этот цвет был доступен лишь самым богатым людям. Алый краситель, получаемый из кошенильного жучка, был слишком дорог, а секрет его изготовления строжайше охраняли. И лишь в 19 веке был изобретен недорогой и устойчивый синтетический пигмент, благодаря которому красная одежда стала не столь элитарной. По-настоящему широкая экспансия этого оттенка в моду произошла в 20 веке. Очень важно выбрать именно тот оттенок, который подходит под ваш цветотип. Блондинкам подходит холодный оттенок, брюнеткам подходит теплый оттенок красного. Также оттенки очень важно выбирать по паре года. Ранняя весна, весна, лето – это алые, яркие, сочные красные цвета. Ближе к осени – это уже более глубокий красный, ближе к бордо. Обувь подбирается прежде всего, исходя из стиля красного платья. С летними сарафанами – босоножки, сандалии. К дневному повседневному варианту платья – от туфель и кроссовок до сапог. Вечернее платье всегда требует каблук. В холодную погоду нужно утепление. С красным платьем можно надеть прозрачные телесные колготы или чулки. С коротким платьем, по правилам, чулки не носят. Платье простого кроя прекрасно дополнит жакет или полушубок. Платье в пол будет, конечно, эффектнее смотреться на девушке высокого роста, как на нашей модели. На этой модели платье миди а-ля Мерлин Монро. Это всегда игривость, где-то может быть дерзость. Для хрупкой фигуры невысокого роста, конечно же, подойдет платье длины миди. Красный цвет – это магический цвет. И красное платье должно быть в гардеробе каждой леди, потому что этот цвет сводит с ума.